Да какие все нервные, пиздец просто. Окей, ребят, вот вам пасмурная Тверская. Заказывали пасмурную Тверскую, а? Вечер с пробками. Водители не такие нервные, как утром, но все равно довольно противно. Куда я, блин, заехал? Тут ступеньки же везде. О, блин, какое садовое, черт. Хочу садовое. Так, сверху начинает капать что-то жидкое. Здрасте, здрасте. А где здесь самое лучшее междурядье? Наверное, вон туда, справа. Ага. Оставьте мне место, ну что ж вы за люди-то такие. Никогда нельзя вкручивать по крайней правой. Напоминаю. Ой-ой-ой-ой-ой.
ну что ж ты, ну. Ой-ой-ой. Ну таксисты, ребят, таксисты. Извините, я чуть застал. Знаете, это такое умиротворяющее действо, вот эта вот езда по пробкам, как бы не заснуть. И темп такой матрасный. Да, я вас понял. Так, этот таксист ехать не собирается. А, ну вправо. Все вправо. И я сюда залез какого-то хрена. Да какие все нервные, пиздец просто. Ой, блин, я автобусу помешал. Ну сорян. Ну автобус, ты стоял, блядь, не в своей полосе. Нет, меня тут бибикать. Так, здравствуйте. Ой, все, приехал. И
Я лечу, как птица в междурядье, 240 километров в час. Что вы на меня дудите, бляди? Мне плевать на каждого из вас. Так. Все, зеленый, я поехал. Давайте, всем удачи, хорошего настроения, держитесь тут. Эти чертовы колодцы! В них можно и насмерть разбиться. Вот эти вот маленькие. На этом мосту. Шашечник хуев. Блядь. Ой, блядь, да ты серьезно? Да вы, блядь, серьезно? Сзади меня плелось что-то вроде грузовой газельки и боялась обогнать. Пока в гору тошнил. Неудобно. Фу, жарко. Когда выезжал, было холодно.
мотоциклист уступает мне дорогу. Безумие какое. Так, здесь будет чуточку понервнее. Ага. Не, давайте вы сначала встанете в пробку, а потом я буду перестраиваться, окей? Техника безопасности прежде всего. Так, нет, это плохое междурядье, да и тут тоже не очень, блядь. А, черт. Капающая сверху жидкость начинает заливать глаза. Камазик нас хочет задавить при перестроении, я прям в слепую зону ему лезу. Ой, что ж такое-то, а? Так, нет. Мне надо переждать этот дождь. Извините, ребят. О, черт, здесь нет остановки. Серьезно. Остановка. Так, ну что тут скажешь? Победили фашистов, потерпим и дождь.
черт подери, без пробок ездить неприятно. Почему все едут быстрее меня? Где это видано вообще? Подери, я в Москве живу, чтобы по дорогам без пробок ездить, что ли? Если я сейчас не перестроюсь влево, это будет номер. Да, все пробки на съезд. Ну и какого черта я вклинился? Право, а?
Подъем перед Курским вокзалом, леди и джентльмены. Что-то подустал. Здесь перекресток, здесь должна была быть пробка. Где моя пробка? Где мой светофор вообще? Блять, что-то я ступил. Сорян. Что тут происходит? Здесь нет светофора, да? Какие-то фантомные воспоминания о светофоре, отвратительно. Так, ну хватит тупить. Надо ехать. Все, сейчас где-то 20 минут 9, уже слишком поздно. Да, блядь, да ёбаный твой рот. Сутвора, блядь. Да, это девушка. Весьма испуганного вида.
едемте, едемте. Ненавижу правый ряд. Серьезно, чувак, блядь, ёбаный ты шаг. Сорян. Ой, блядь, ёбаное унижение от хача. Перепугу не обогнал слева. Вот теперь стой, блин, на перекрестке, да. Ой.